Приветствую вас, дорогие наши зрители. Романс, Синг, Минстрел, Сонг, чего-то там, Сага, Ремастеры. Управление здесь очень пока интересное, на мой взгляд. Так, я не знаю, что здесь, как всегда, игрушка на английском. Пошаговая игра. На самом деле здесь пошаговая вроде игрулька. Само по себе. Что мы возьмем? Мы возьмем лучника, наверное, по стандарту. Мы уже любим так делать. Пройдем, да. Управление очень специфично. Клавиатура тоже, опять же, все технично. Что это такое? Ranger 1, Brof Technology. Вот. Будет звать его. Gender. Vibration. Мне кажется, надо было все-таки подключать геймпад, потому что без геймпада здесь, походу, ни хера мы ничего сейчас не сделаем, хотя не знаю. Мардиас. Розарио, Косари, Табаса, Пикат, Итипикат. Можно паузу поставить, прикольно. А запятая увеличивает скорость. И? Графа еще, на самом деле, я не знаю, я вроде как типа гуглил, вообще игрушка по сути старенькая, это просто перевыпустили что ли, вот что-то такое. Так, давайте скорость. Да, и вообще можно пропустить? Все равно в любом случае я, как говорится, вам не переведу. Но мне кажется, что надо было подключить. Хотя, что я теряю? Подождите, блин. Графический планшет, прости, я не хотел, братан. Я же могу подключить по логике. По логике. Пока он базарит. Ой, да, да. Так, давай попробуем. Так, появилась Steam. О, управление заработало. Теперь можно геймпадиком гонять. Так, у нас есть... Вот, намного удобнее. Так, у нас есть статус, у нас есть обмундирование, что-то похожее на тот же RPG Maker, да, примерно под таким же разделом, Final Fantasy, вот что-то такое. Smoke Bomb Punch, First Aid Kit, Position, ну, то есть здесь у нас 4 игрока. Ага, 4 не игрока, 4... Получается, ну, пати, грубо говоря. Так, ладно, давайте посмотрим. Здесь пошаговые бои должны быть по логике. Ля, как быстро он ходит. Так, after run, это Т-шка. Конечно, сохранимся. Вот он делает. А, Лью, видимо, месседж. Тик-динг-так-там-да. Это Мишка. Теперь это моя команда. Да, вот вступили в команду, они шикарно. На самом деле... JRPG-шный жанр очень своеобразный. Кому-то он... Это какая... Что это такая прорисовка? Кому-то он очень хорошо заходит. В свое время я очень много времени убивал в это. В свое время. Тот же взять Final Fantasy. А прыгать умеет? Ой. В смысле? То есть это вообще возвращение? Так, это сохранение просто. А как вы, как... Чё творится? А, здесь, я думаю, я управляю, а тут на самом деле управления нет, а тут как бы... Чё-то я ни хрена не понимаю. Так, подожди. Если сюда. Здесь как бы, знаете, вот... В какой-то степени, типа, полуоткрыто, что-то такое. Подожди, скорее всего, в эту сторону нам идти надо. Компас же есть у нас, по сути, определение. Компас же тупик. Так, это назад. Блин, сложно привыкать. С этой инверсии. Бегает тут, конечно, очень шустро. Мастер спорта по убегу. Не знаю, есть ли тут какие-то тайники. Вот эта музыка даже, вот она тут из тех как раз вот... времен, когда это все шло, ты просто слушаешь природное вот это, где-то камыш хрустит, пердит, а ты и ты тут наслаждаешься вот этим. Вы бы хотели проникнуть в чужое сознание, попасть в другое тело и заглянуть туда, куда обычно путь закрыт, даже если придется стать тем,
кого только что хотел убить. Потому что переселение — единственный способ выжить. Memory Lust — это захватывающий экшен-шутер с необычным сюжетом, где битвы построены на захвате чужого сознания. А птичек не завезли. В оружии всего одна обойма, меняя тела, чтобы выжить. Потому что здесь особо в графике-то ни хера-то-то нету. По сути, рельеф с просто зарослями. Это как мы осваивали те же самые движки, да, эти просто тайлы наложены и разэтовали. Подняли. И вот мы сейчас куда бегаем? Чего мы бегаем? Хотя бы до боя бы дойти хоть до какого-нибудь. Мы постоянно куда-то бежим. Но вот вроде правильно пока... Это как работает, алё, это лабиринт смерти, ёпта. Мы вернулись к этому полупокеру. Мы ушли вниз и вернулись в итоге к этому же. Охренеть, а. То самое чувство, что ты никуда... Вот давай, я вообще в эту сторону... Да, блядь. Неудобно, вот ты зашел вправо и в итоге все равно бежишь вниз. Ну как? То есть здесь вот это... Перемещение, вот оно. Мне кажется, я здесь тоже был, подожди. Да. Я худею. Блуждающий страх. Вот из-за того, что камера, получается, вот так вот поворачивается, как бы, ну, ты и путаешься. О, наконец-то катсцена. Сейчас мы поговорим. Прикольно. Бегу. Сейчас я помогу. Один смеется, хорошо. Так, что мы умеем в данный момент? У тебя есть 0. Это стандартка и это какой-то навык, да? Все, вот она, эта музыка пошла. Ну, в смысле? Ты будешь бить-то? Я пропустил ход, что ли? А, нет. Что есть? Но здесь, по крайней мере, хоть анимация. Хотя я не знаю, вот почему-то из движков она более... Так, во-первых. У нас есть лучница теперь, давай. Мишка. Фас. Собачка, фас. Ну и здесь стандартно выберем, почему нет. Чисто по щам дал. Чисто я такой на спасение. HP-шка апнулась. HP-шка. Голд. 5 голдов. Джеллс. Кристаллики какие-то непонятные. Мам, ёпта, ты меня спасли, ага. Кто ты такая? Я царица ночи. А это мой пес Барбос и Миша. Ха, нифига себе, необычная пати. Конечно, я такая вот одинокая киска. Ну, действительно, да, ты очень похож на киску. На, возьми бумажку, почитай. Пригодится. Это бумажка, короче, мой паспорт. Типа, я потерял паспорт, но это моя бумажка доверенность работать граждан Российской Федерации. Ты меня не стопари, медвежончик. Понял, я тебе сейчас намажу. Так, ладно, у нас есть сюда чего-то. Ух ты, японская. Это просто... Давай в Малайзию съездим. А как? Японский тут типа как по регионам разэтованы, что ли? Ну это то же самое. Неужели обратно идти? Ну да, по логике, если по компасу верить, то примерно обратно идти. А мы прошли, можно сказать, целую, ну, полкарты, чтобы спасти полупокера, победить каких-то битерастиков. Почему здесь нету, вспомните, в той же финалке, сколько всяких штук-дрюк было, пока ты дойдешь. Кстати, тут можно же вот так сделать. О, тут же можно авто включить, автор. А, нет, лучше так не делать. Страшно. Так, ну и вот в эту вроде сторону идти нам надо. По логике.
Пес Барбос. Мышка Шиш. Какое-то дерево непонятное. Ну и как раз сейчас переместиться направо. Сейчас надо будет повернуться. Да, и мы как раз к этому ложку придем. Вот он. Здорово, лох. А, тут хата есть. Нормально. Что это за... А, здесь есть сохраниться. Мазербуль-буль-буль. Сава. А, есть сундучок закрытый. Сурбурбур. 100 голды. Алмазики, херасики. Спать можно? Блин, я все хочу как бы типа перевернуть ее. Не знаю, куда он бежит постоянно, хочет уйти постоянно. Сама куда-то постоянно бегает, что ты хорош. Как дела, ёпта? Да я спас одного дебила от монстра. Да, да, он конченый, я знаю. Это мой сынишка, балбес. Хорошо, мама, ёпта. Ага. Never. Аэрофлот. Аэрофлоты и города. Так а нам что, опять обратно по сути идти? По логике, да? Ну там, я не знаю, вверх же тоже был, да, какой-то путь? Угу. Это мы сейчас просто тупо обошли. Спорим. Так, подожди, может быть дома все-таки нужно что-то было использовать, а я рано убежал. Пойдем домой теперь. Интерсмод, подожди. Нету ни хрена, ты бомж нищий. Вали отсюда нахрен, скотина. Сел, говорит, на шею теперь. Может быть, прямо, кстати. Что-то появилось. Кто знает. Она очень пуста. Вот я вам серьезно говорю, она очень пуста. В плане всего. Ни рандомных встреч, ничего. Вот это... немножко напрягает. То есть ты по логике просто бегаешь. Ну, скорее всего, либо к карте этим. Подожди, а что у нас есть вообще? Выйти в меню. Это у нас отключение. Что у нас есть? Yes. Вот автор, он автобег. Пошел, все равно. Так, статус инвентарь. Автосортировка. Хорошо. Что у нас по экипировке? Позиции разные. Так, журнал. Записи ничего нету. Финчест, конфиг. Ля, вот как не хватает мне по сути в какой-то момент действительно русского языка. Надо все-таки постепенно начать. А, но language мы не можем пока использовать. Не, ну мы сейчас пойдем, ладно, мы сейчас попробуем. Дойдем до выхода карты. Скорее всего, нам просто в другое место сейчас идти. Но факт то, что очень пусто, это да. Потому что, ну, JRPG-шка, в принципе, не должна так себя вести. Ну, неправильно. Бой за боем, чтобы прокачаться. То есть, если здесь есть возможность, здесь все есть, по сути.
Все характеристики нормальные. Вот, видите, теперь есть. Аэрофрот. Аэрофрот у нас открыт. О, пишет, как на самолете. Аэрофрот. Аэрофрот. Аэропорты. И города. Деревня. Здорово, пиздюк. У тебя блестит пояс. Дай деньги, быстро. Деньги или кошелек, пиздюк. А, так ты продажная сучка. Все, торгаши пошли, ёпта. Сколько торгашей тут. Уйди нахрен. То, что, ну, по сути, в графике, как бы, ничего такого нету. О, музыка тут такая. Попал в 20-е года, ёпта. Отдай что-нибудь, вещи, деньги. Ты шо скатала? Кьютус Мотос Митос. Надо это завязывать, выходи с этой карты, она сейчас тут устрою. Зашел куда-то, непонятно куда. Ну, вроде как бы типа показывают же. Я ж по компасу ориентируюсь, не? Хрюм. Теперь найти выход надо. Давай. Выхода нет, скоро рассвет. А здесь вообще тупик, что ли, серьезно? Здесь можно просто вот так включить, и он будет, она как бы будет бегать куда-то. Вау. Йо-й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 о. А тут два лифта, слышь? А какой из них тут два лифта? Б3. Чаво. А теперь вообще заблудился, короче, в итоге. Во-первых, надо разобраться, есть ли тут действительно английский, ой, русский язык. Может быть, здесь действительно есть. Хотя это очень, конечно, навряд ли, опять же, но... Вот такое меню, То есть все, даже можно отключить мини-компас, охренеть. Скорость битвы, эффекты. Музыка, дефолт, обезглаживание, размер. А чё, нету, что ли, в смысле, там есть лэн... А. Вот тейна. Галерея есть. Вот, артики посмотреть. Хорошо. Можно музыку послушать, игровую. Титры и так далее. Сколько здесь музыки. Создатели. Акитоши Камадза. Главный хироля. Джон Миш Миш Маш. 92-й, 2005-й, 2006-й скорый сер. С одной стороны, я могу сказать, что, ну, действительно, сейчас игры в целом идут практически на английской локализации, это понятно.
полностью, да. И это стоит задуматься, действительно изучать, потому что, ну, JRPG, на самом деле, это очень специфично, интересно, как я говорю, жанр, и в него можно погрузиться очень надолго. Но, опять же, я хочу выделить, что, несмотря на то, что, ладно, графика — это фигня вся, а в плане того, что здесь пусто, хотя здесь есть полное развитие, полная экипировка, которая существует, пусто. То есть мы пробегали всю карту в начале, нам не дали возможность, по сути, использовать, потренироваться, ну, вот, в боевых условиях, чтобы понять, как это все работает, почему это работает, и что это, и как это, почему. Поэтому, блин, действительно, людям стоит задумываться. Конечно, это перевыпуск, как бы, да, основной версии, но... Бляха-муха. Я, конечно, не играл, поэтому судить, может быть, тоже глупо с моей стороны. Ну, как-то так, в любом случае. С вами был Хайлхант, ребятки, не забываем ставить лайки. Ты кто такой, ёпта, не забываем ставить лайки, подписываться на канал. С вами был Хайлхант, всем спасибо, всем пока.